Добрый день, очередная распаковка. 10 так. Маленьких. Поменяли ножницы, те были ножницы. О, этим удобнее, да? Да. Ну все. Доставай. Что у нас там? Итак, это барашки. Барашки Спандау. Для наших мультиков будущих. Так, следующую посылку. Следующую посылку раскрывает Петя. Режь, режь. Доставай. Ножницы можешь бросить. Так, цыплята. Вот такой набор цыплят. Сайт Пандау. Сейчас я зайду, посмотрю, что это, что почем. Так, что там у нас попалось? О, это лизун. Такой вот лизунистый лизун. Ну, как и в предыдущей распаковке уже нам лизун попадался. Ну, этот нормальный лизунчик такой. Еще. Нет, он какой-то ломкий. Лизун, бери руку. Такая вот фигня. Можно? Знаете, попала. Подожди. Там где-то распаковка еще будет. Лизун. Поэтому пока никто его не берет. Так, следующая посылочка. Не надо пока. Итак, о! У нас такие замечательные гуси. Лебеди. У нас там еще. Да, лебеди. У нас должно прийти такое озерцо. Вот. И на озерце они будут плавать. Что-то их тут много. 5 штук целых. На предыдущей посылке стоили там овечки 50 что ли, рублей, у тебя-то 30. Это. Лизун стоил 80 рублей. Так. Все это с сайта Пандау. Лебеди были с сайта Жум. Так, доставай, что там. О. Лизун. Лизун такой в форме яичницы. Тоже вот что-то мы. Такая распаковка лизунов. Но тут еще будут лизуны. Я правильно понял? Это лизун? Стой. Стой, стой, сейчас. Лизун. Вот такой вот он лизунчик. Так, еще маленькая посылочка. Ничего там нет. Опа! Доставай. Домик еще. Набор домиков. Доставай следующий домик. Такие замечательные домики. Стоили не копеечки. Так, нету. Там что, один? Это вот один домик там есть? Ну, один домик замечательный. Да? Mm-hmm. Вот. Такой красавец. Кстати, предыдущая яичница стоила 28 рублей, mm-hmm. А у нас Пандау. Не надо так. О, не мусорь. Ну, доставай. Что тут у нас? Свистулька! Кстати, их две заказывал, мне кажется. Это свистулька в лес ходить, когда пойдем в лес, там обязательно нужны свистульки. Видишь, она такая. Жди. Да вот такая вот. Так, звучит она очень здорово у нас. Упала. Бывает. Ниже. Делают сегодня распаковку детям. Я только озвучиваю. Доставай. Что мы тут? Так, ну это. Клей. Это клей. Не важно. Велосипед для покрышек и для камер. Очень такой. Мне нравится. Очень замечательный. На Алиэкспресс покупал, его ссылка будет в описании. Пользуюсь уже много раз. Заказывал подобный клей. Следующая посылочка. Так, ну, давай. Там какая-то тряпочка, что ли?
Можешь порвать даже. Не обязательно так вот резать. Что у нас тут такое интересное? Лошадь! Это для фирм. Это тоже для мультика. Для мультика лошадь. А вот это зачем пакет они? Они зачем-то положили сюда пакетик такой. Ну, странно. Дай лошадь. А лошадь знатная, зачетная. Такая. Тоже для мультиков. Сейчас ее пытаюсь открыть. Угу. Во. Вот такая лошадка красивая. Так, следующую посылку достали. Так, вот тут уже, так сказать. Вот. Это такой настил. Травы. Да, для мультиков. Лошадь. Ну да, там будет у нас. А что это? Интересности. Что это слетает? Ничего не слетает. Зеленые. Нормально, еще одна посылочка. Последняя. На сегодняшнюю распаковку. Да ты рви ее. Порви. Давай, давай, быстрее, быстрее. Чтобы не затягивать видео. У нас так видео длинное. Итак, что мы видим? О! Что это? Это для монеток. Коллекционных. Вот сюда вот. Тащи монетку какую-нибудь. Да, Петь, это для твоих. Для моих. Давай монетку. Нет. Для твоих. Какие-нибудь красивые там юбилейные. Вот, нет, это для фантик. Монетку положил. Да, какие-нибудь красивые монетки. Ну, тут можно их несколько будет. Такой альбом создавать. Для нумизматов. Все, на этом прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди еще много